из Казахстана Койти Койти Дазаев, казахстанский боец смешанных единоборств чеченского происхождения. Койти Дазаев является мастером спорта международного класса по ММА, мастером спорта по вольной борьбе, чемпион Азии и чемпион мира по панкратиону, победитель Кубка Содружества по ММА 2013 года, чемпион Азии по ММА 2015 года, победитель международного турнира «Битва номадов 6». Койти Дазаев выступал в таких организациях, как Казахстан MMA Federation, Алаш Прайд, WFCA, M1 Challenge, ACA, Fight Nights и GFC. За свою профессиональную карьеру Койти Дазаев провел 12 поединков, в которых одержал 10 побед. Ну а сегодня, друзья, мы посмотрим, над какими бойцами и как одерживал все свои победы Койти Дазаев. Декабря 2013 года на турнире Чемпионат мира Всемирной ассоциации ММА Койти Дазаев одержал свою первую победу в профессиональной карьере над Элвином Рустамовым единогласным решением судей. Вторая победа была завоевана над Мурадом Омаровым. Третья победа Койти Дазаева была завоевана в поединке против Алексея Сусаева на турнире Казахстан MMA Federation Battle of Nomads 6 19 сентября 2015 года нокаутом. Проходит сегодняшний турнир. Вот перевод забирает шею сейчас. И тут же локальная. А может быть это просто осталось. Мимика такая? Да, возможно и так. Занял маунт. Койти Дазаев, он не хочет переходить во второй раунд, он хочет завершить все дело сейчас. Пропускает, и раунд завершен. Здесь надо... И возвращать бой в стойку. Но, с другой стороны, есть еще одна проблема. Как не позволять... И это нокаут? Нет, проблем уже никаких. Койти Дазаев! Четвертая победа одержана над Римом Хазиахметовым. Пятая победа Койти Дазаева была завоевана в поединке против Юрия Изотова на турнире Алаш Прайд Селекшн 14 27 марта 2016 года техническим нокаутом. Издевай проход, но спину нам забрать было. Проход издевай, назад ногу! Ногу назад! Десятого июня 2016 года Койти Дазаев одержал свою шестую победу над Миршобом Ахраровым на турнире Казахстан MMA Federation Battle of Nomads 8 техническим нокаутом в первом раунде.
Гойти! Седьмая победа Гойти Дазаева была одержана над Саматом Эмилбековым на турнире WFCA-35 Battle in Astana 1 апреля 2017 года техническим нокаутом. И не отконтрил. Вот снова туда. У него есть этот удар. Левый мидл и левый хайк. Справа через угол. И болтает. С большой скоростью выстреливает. Пропускает проход туща. И явный амплитудный бросок. Да, был нюанс. Был. Здесь уже преимущество. Да, и здесь, конечно, очень удобно. Для Гойти он завершит досрочно. Это уже предвиделось. Такая досрочная яркая победа. Гойти! Да! Свою восьмую победу Гойти Дазаев одержал над Василием Курочкиным на турнире WFCA-54 Дудаев против Тайманлу 16 ноября 2018 года техническим нокаутом. Девятая победа была одержана над Александром Бутенко. И, наконец, крайняя, десятая победа Гойти Дазаева была одержана в поединке против Максима Буторина на турнире Fight Nights и GFC, турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова 9 сентября 2020 года техническим нокаутом. И включает заднюю передачу. Да как же держит удар Максим? И вновь, и сейчас попытка. Стоп! Время, врач сюда! Вызов врача в клетку. Техническим нокаутом одержал Гойти Дазаев! Вот такой, друзья, удивительно разносторонний, душевно добрый и в то же время удивительно жесткий боец Гойти Дазаев. Ну а мы надеемся, что Гойти и в дальнейшем будет радовать нас своими выступлениями. И в свою очередь желаем ему дальнейших побед в карьере. И самое главное, желаем ему здоровья. Ну а вы, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Нас на канале уже 149 тысяч человек. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч, друзья. Садиекар, кирамаш ты сила, саца истиот сушняк, бина бели, до конца махене бирзина бели, саца истиот сушняк, бина бели, до конца махене бирзина бели.